Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки Электрика». Продолжаю серию статей. Сегодня на очереди уже обещанное видео о том, как установить распределительный щиток внутренней установки. Это про тот, который я вам рассказывал. Распределительный щит ABB серии Mistral 41F внутренней установки. И второй слаботочный щит под телевидение и сети интернет. Будет устанавливаться чуть ниже. Вот вывел всю проводку со всех комнат, с коридоров, с кухни, с гостиной. Вся проводка выполнена в гофрированной трубе. Эти два щита я буду устанавливать вот на этой стене. Кабели уже у меня все заведены. Это старый щит. Вот так он выглядел. С однофазным счетчиком гранит. Сюда вот заведен ввод. Это временный аппарат защиты и автомат. Сейчас буду производить разметку и установку щитов. Обоих щитов в эту стену. Настроил вертикальный уровень. Вот отмерил распределительный щит, который силовой. Для того, чтобы внутренний щиток установить в стену, для него нужно подготовить нишу. Выдолбить отверстие в стене по размерам чуть больше корпуса или основание щитка. Так, в общем, ниша для щитов готова. Стена в данном случае кирпичная. Я вам показывал, что я чертил в начале размер из-под основания первого щита, затем также по уровню разметил расстояние между для второго слаботочного щита. Ну, все это дело отметил карандашом. Сделал небольшой запас и выдолбил это все с помощью перфоратора и лопатки. Стена кирпичная и очень легко поддается. То есть данную нишу я выдолбил примерно минут за 20, за 30, наверное. Если была бы у вас стенка из бетона, то там монтаж, то там выдалбливание ниши займет гораздо больше времени. Здесь выше у нас также я выдолбил немного штукатурки для укладки всех вот этих вводных проводов, которые пойдут в щит. Далее здесь будет устанавливаться силовой распределительный щиток. Это у меня вводной кабель с подъезда 3 на 6 квадрат. Ну, это старый счетчик, я его сейчас буду демонтировать. После выдалбливание отверстий, убирается вся пыль, затем грунтуется, и все, в принципе, ниша готова для установки оснований щитов. Вот у нас первый щит, первое основание распределительного щита. Вот примерно это сейчас так будет устанавливаться. Сюда вот в одно из отверстий я выведу вводной кабель, ну, остальные пойдут поверху. Так, слаботочный щит будет установлен ниже. И все сети, интернет и ТВ-кабели пойдут через распределительный щит, но по одной стороне. То есть по одной стороне у нас будут силовые цепи, а по второй стороне насквозь я прогоню слаботочные кабели. Вот здесь вот будет установлен второй щит. Сейчас буду аккуратно прокладывать провода до самой ниши. То есть провод к проводу аккуратненько. Вот уберу лишнюю гофру.
Ну, в общем, затем вам покажу, как это все получится. Не переключайтесь. В общем, продолжаю крепить кабели, укладывать и крепить их в штробу для ввода в щиток. Вот часть уже сделал. Это вот со стороны кухни. Креплю на такую перфоленту. Очень удобно получается. Сразу несколько кабелей можно крепить. И сейчас сюда вот сделал отдельный пучок. У меня пойдет слаботочная сеть. То есть не рядом, не в перемешку с силовыми цепями, а немножко в стороне. И дальше она будет проходить сквозь распределительный щиток и уходить в свой низководный щит, слаботочный щит. Ну вот как-то так. Ну, в общем, продолжаем. Ну вот все, закончил. Все провода уложил. Как и говорил, слаботочные кабели я проложил немного отдельно от силовых. Вот сейчас весь пучок приходит сюда в нишу. Пока временно снял пломбу со счетчика и демонтировал старый счетчик. Вот так вот это выглядит. Завтра строители приклеят на эту стену гипсокартон, на гипсовый клей. И все, и можно будет приступать к установке самого щита, то есть самого основания щита. Ну вот так вот у меня получилось. Уже даже сделана чистовая отделка, наклеены обои. Вот установлен силовой щит распределительный. За ним слаботочный. Пока еще натяжные потолки не установлены. Видно весь пучок кабелей. На кирпичную стену был закреплен, наклеен гипсокартон. На гипсовый клей. Затем в гипсокартоне были вырезаны два ровных отверстия по размерам щитов. И вот так это все получилось. Обе ниши получились немного глубокими, поэтому со строителями решили уменьшить глубину путем установки закладных из того же гипсокартона. Для надежности я дополнительно закрепил основание щитов на саморезы к задней стенке ниши, то есть к задней закладной. Вот здесь тоже видно. Очень удобно то, что если даже в процессе установки щита уровень немного ушел, то его можно выровнять с помощью лицевой панели щита, у которой для этого имеются специальные компенсационные пазы. Но учтите, что это не у всех производителей имеется такая возможность. Вводные провода я завел в щит через специальное прецизионное отверстие. Правда, его немного пришлось расширить вот таким образом. Ну, немножко криво, но тем не менее. В дальнейшем в силовом щите будут установлены вводной коммутационный аппарат. Скорее всего, это будет выключатель нагрузки, так как вводной автомат стоит на лестничной клетке, ну, в подъездном щите. Далее будет установлен счетчик электрической энергии новый, аппараты защиты, автоматы УЗО и тому подобное на отходящей линии, реле, контакторы и прочие коммутационные аппараты и устройства. О схеме и процессе сборки данного щита будет отдельное видео со всеми пояснениями, так что подписывайтесь на канал Заметки Электрика, чтобы не пропустить самое интересное. Второй щит на 12 модулей, который он у нас предназначен для слаботочных цепей. В дальнейшем в нем будут установлены Wi-Fi роутер, выполнена вся разводка, интернет и ТВ кабели квартиры. Об этом также будет снято отдельное и подробное видео.
видео. И можно приступать к сборке схемы распределительного щита и слаботочных кабелей. Но об этом я расскажу вам в следующих своих видео. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Будут вопросы, предложения или замечания, комментарии к вашим услугам. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». До новых встреч!